За минувшую неделю в Казахстане создано более 1500 новых рабочих мест. Лидером рейтинга стала Костанайская область. Здесь нашли работу 324 человека. На втором месте Восточно-Казахстанская с показателем 315 новых рабочих мест. Более 150 вакансий заняты в Южно-Казахстанской, Актюбинской и Павлодарской областях. Около 100 человек трудоустроены в Жамбылской, Акмолинской, Северо-Казахстанской и Западно-Казахстанской областях.